В Калмыкии за прошедшую неделю произошло 10 аварий, в которых пострадало 17 человек. Кроме того, при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 18 водителей, управлявших автотранспортным средством в состоянии опьянения. 25 марта в 15 часов 45 минут на 132-м километре федеральной автодороги Р-22 Каспий 37-летний житель города Элиста, управляя автомашиной Volkswagen Polo, не учел дистанцию до движущейся попутном направлении грузового транспортного средства Mercedes Actros, допустил столкновение. В результате происшествия в медицинское учреждение с различными травмами доставлены три пассажира автомашины Volkswagen Polo, среди которых двое несовершеннолетних. 25 марта в 16 часов 15 минут 19-летний уроженец Черноземельского района, управляя автомашиной ВАЗ-21099, двигаясь по 5-му микрорайону города Элиста, совершил столкновение с автомашиной Lada Largus. В результате дорожно-транспортного происшествия в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и три пассажира автомашины ВАЗ-21099.